Силины, квалификация ДТ-2, и наши наставники Елена, Петр Чубаровы. Мы очень этим гордимся, рады, и всегда я говорю, что мы счастливчики. Наверное, глядя на нас, можно подумать, что мы такие скромничаем, тихо говорим, в общем, мягкие, как-то не заявляем о себе резко, дерзко, как это характерно для лидера сетевых компаний. И мы хотим сказать, что да, мы такие. И это нам не мешает здесь зарабатывать деньги. Вот. Мы любим жить на лайте, мы это продвигаем. Нам нравится быть самим собой. Вот. И мы это увидели, поняли благодаря тому, что у нас есть система работы. Вот. И нам не нужно одевать какие-то маски, которые нам не свойственны. И именно поэтому мы можем сказать, что здесь может состояться каждый. Всем привет, Алексей Силин. Вы знаете, хочется сказать, что благодаря системе работы, о которой Мария говорила, и вот еще наши ребята из команды выходили, говорили, за летние месяца была сделана определенная работа сейчас, да? Вот, квалифицировались новые бриллианты, которые приехали на эту школу, 7 человек квалифицировались, новые ДТ, квалификация это 2 человека квалификации ДТ, 2 человека квалификации ДТ-1. Вот, и это все благодаря системе работы. И вы знаете, если какое-то время назад мы проводили самостоятельно марафоны, допустим, да, вот пример хочется привести, то благодаря тому, что мы стали это внедрять в команду, то есть появились люди, которые стали дублицировать. Я считаю, что это очень круто, потому что система, она должна быть легкой для передачи. Вот не хочется тоже далеко ходить. Здесь есть человек, который тоже в нашей команде буквально ну, с нами да, по системе начала работать несколько месяцев назад, то есть пару месяцев назад. Лена Рева где-то вот здесь сидит. Да. Вот. И про дубликацию хочу сказать, что благодаря этому, если раньше вела сама марафоны, да, то сразу же появились в команде 10 человек, которые ее продублицировали и стали марафоны проводить самостоятельно. Вот. Что это позволило Лене за буквально за месяц, даже чуть меньше, со звезды сделать ДС и быть здесь на этом событии. Мы очень рады. Что еще хотим сказать, что вы, наверное, услышали про большие личные объемы. Технологии, большие деньги и большой личный объем – это про нашу команду. Мы внедряем систему работы с большим личным объемом. И в течение, ну, наверное, вот когда мы стали это внедрять, в течение года все, кто не делал даже 200 PV, для них это был просто огромный стресс вообще говорить про 200, они стали делать, ребята, 1000 и больше. То есть и сейчас уже новички приходят, и для них это нормально в первый и во второй месяц сделать такой личный объем. За что огромная благодарность Елене Чубаровой, потому что это работа с кейсами, работа ну, на таким хорошим там, ассортиментом вот, в одни руки. И это долгосрочное отношение с клиентами, ну, которые длятся там, годами. Вот. Эта система позволила нам увеличить товарооборот и пройти, самое главное, через кризис. Мы столкнулись с очень жестким, просто невероятно кризисом, когда в 2019 году начали работать с командой, которая просто была выжжена. И знаете, самое страшное для меня было слышать вообще от людей на события. Мы просто собрали всех на события и стали спрашивать, ну, почему они здесь, что они хотят, какие вопросы. И самое страшное, что у людей было, что у людей были такие ответы, что мы не знаем, чего мы хотим, мы уже ничего не хотим, нас ни ДС, ни Мерседес, нас ничего не вдохновляет. Все, что вы, ну, короче, вот что бы вы нам ни сказали, нам ничего уже не нужно, и не хочется, и нету вдохновения. Вот. И мы не знали вообще,
сможем ли мы что-то сделать, сможем ли мы этих людей, ну, может быть, они вообще уйдут сейчас. Вот. И вот, ну, история Даши, история Алены, еще очень многих здесь ребят, которые сидят, это с нескольких тысяч ПВИ, с одной из 2000 ПВИ до квалификации ДС, ну, сейчас 20-30 тысяч ПВИ. Вот, и, да. Да, мы прошли этот кризис, время у нас заканчивается, буквально пару слов еще. Мы прошли этот кризис, и в этом зале сейчас сидят люди, представители больших структур квалификации ДТ-5, Анастасия Валикжанина, да, можно поаплодировать. Квалификация ДТ-4, Алена Гончарова, почти ДТ-5, вот в чем никто не сомневается, Аленочка. Вот, и... Наш девиз – это квалификация ДТ-5. Мы тоже очень мы стремимся, чтобы вся наша команда стремилась к этой квалификации. Мы сами сейчас работаем на рост и хотим в Клуб миллионеров и квалификацию ДТ-5. Очень благодарны Петру и Лене за систему наставничества, которая есть в нашей команде, потому что это позволяет... такой, знаете, получить веру, доверие и выстраивать очень правильные такие отношения. И, конечно же, вот эта вот технология работы простая, понятна любому новичку, которая очень легко дублицируется и понятна. Вот. Спасибо. Да, всем огромное спасибо. И я тоже хочу выразить огромную благодарность нашим наставникам Петру и Елене Чубаровым за то, что на протяжении всего этого времени, сколько мы в бизнесе, они всегда рядом, они нас поддерживают и вкручивают, внедряют систему. И я считаю, что, ну, на самом деле мы несколько кризисов пережили, и, ну, как бы наш контракт. И есть такое, знаете, как такое надежное плечо, на которое мы можем опираться в виде наставников и в виде системы. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Юлия Петровна. Спасибо.